Здравствуйте, меня зовут Гузель Бурангулова, я шеф-повар «Глобус Гурман». Я вас приветствую на самой вкусной передаче «Азбука Гурмана». Передача для тех, кто ищет самый короткий путь к сердцу своей второй половинки. И сегодня у меня в гостях великий маковолшебник Ознер. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы с вами будем готовить рыбу Ознер. Почему рыба? Потому что ее мало кто любит, и она является деликатесом. Мы сегодня будем готовить восхитительное блюдо, которое называется «Госпожа поварит», и готовить мы его будем для мамы Ознера. Готовы мне помогать? Конечно, готов. Для мамы все что угодно. Тогда нам нужно купить наисвежайшие продукты, а купим мы их в моем любимом гастрономе «Глобус Гурман». Идем за продуктами? Идем за продуктами. Мы купили продукты, и я думаю, что мы можем приступить к приготовлению нашего блюда. Да. Готов? Готов. Ознер, будете мне помогать? Чем? Мариновать рыбу. Ну. Я вам буду подсказывать, конечно. Не, вообще блюдо очень интересное, оно очень нежное. Знаете, вот так ловко режете лимон. Я всю жизнь мечтал ловко резать. А я знаю, что мужчины очень ловко выдавливают этот лимон. Поэтому я доверю это все вам. Семечки не нужны. Семечки придают горечь. Теперь посолим. Мы полили рыбку оливковым маслом. И сейчас она готова. Мы поставим ее на пар. То есть мы будем готовить ее на пару. Минут на 15, я думаю, достаточно. Может быть, пока мы ждем приготовления нашей рыбки, я покажу вам что-то интересное да. с вашими приборами. Да. Давайте, пожалуйста, мне на стол 3 ложечки. Что, мы им будем прилеплять к ушам? Нет. Берите любую ложечку, выбирайте любую вашей ложечки. Берите ее. Наперст. Да. Теперь повторяйте за мной. Вытягивайте левую руку. Вытянули? Да. Кладите ложку вот таким образом. И начинайте чуть-чуть тереть. Ее вот в этом месте гладить нежно. Ложки я гладить умею. Смотрите, я буду гладить вместе с вами. Друзья мои, посмотрите, что происходит. Вот моя ложечка чуть-чуть согнулась. Так, давайте теперь попробуем по-другому. Возьмите ложечку вот таким образом в левую ручку. Так, взяла. Возьмите пальчик и начинайте тереть ложечку в этом месте. Не получается, да? Тут нет. Так, хорошо, давайте попробуем. Давайте попробуем вместе. Давайте свой пальчик. Попробуем потереть ее вместе. Это удивительно, друзья мои. Это правда. Посмотрите, какой у меня магнетизм. Это чистейшая энергия шеф-повара. Ознер, верни ложку назад. Верни инструмент обратно. Обалдеть. Слушайте, он правда ее согнул. Представьте, какая у вас сильная энергия. Направляйте руки вот таким образом на ложку и пытайтесь воздействовать на нее своей энергией. А что я должна ей говорить-то? Она должна подвинуться? Ой. Она и вправду двигается. Вот, благодаря вашей энергии, вы показали, что вы способны не только готовить, но и передвигать и воздействовать на ваши предметы, с которыми вы работаете каждый день. Ознер, так круто. Я думаю, что, может быть, я и на кухне без поваров справлюсь, если я так буду управлять предметами. Вам надо поучиться этому. Супер. Соус, в самом деле, не затейливый, но очень-очень вкусный и очень непростой. Наливаем сливки. Доводим сливки до кипения. Сливки 25
25% жирности, сильно жирные не нужно, так как сливки при закипании они начинают густеть. Чуть-чуть мы их сейчас загустим и в конце концов добавим наш сок. То есть это такую реакцию вызывает морковный сок сейчас? Нет, это сливки. Вот они густеют. Я же говорила, что они должны были загустеть. Вот такой у нас желтый, радужный, оранжевый цвет. Наверное, желтый, да, получается? Желтый. Красивая картина, да? Красиво, но это еще и вкусно. Я хочу, чтобы вы попробовали и сказали, нужно еще морковного сока? Может быть, мы чуть послаще сделаем? Давайте. Сильно сладенький? Нет. Давай еще добавим? Чуток вообще, капельку. Да, да. Капельку, и все будет огонь. Вот я чуть-чуть еще. Вот так. И отлично. И еще цвет у нас, цвет вообще замечательный. Наша рыба готова. Она у нас стояла на пару ровно 15 минут. Вот такая она у нас получилась. Ознар. Да. Наше блюдо практически готово, и нам остается его украсить. Мы выкладываем. Самый творческий процесс. Да, самый мой любимый процесс. Ознар, мы сейчас должны полить соусом нашу замечательную рыбу. Вот. Вообще в «Глобус Гурмане» самые лучшие продукты, самые наилучшего свежего качества. Вот. Еще у нас достаточно часто проводятся акции. Да, вы можете, наверное, на этом сэкономить. Как сэкономил сегодня я. Немножечко для себя. Ознар, ну вот наше блюдо готово. Я думаю, что настал момент угостить наших покупателей. Да? Да. И попробовать самим, конечно. Берите блюдо. Идем. Молодой человек, здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня с Ознаром, с великим магом и волшебником, приготовили вот такое блюдо. Хотите продегустировать его? Да, с удовольствием. Отлично. Госпожа Бавари называется. Удивительно мягкий, нежный вкус. Соус просто бесподобен. Все очень вкусно. Спасибо вам большое. С вами был наш гость Ознар, великий маг и волшебник. И, конечно же, главный шеф-повар, главнее всех главный шеф-повар Гузель Бурангулова. Смотрите нас каждый день на канале MTelevision, и вы научитесь вкусно и полезно готовить. Ведь «Глобус Гурман» – это философия людей, которым не безразлично, что они едят. Приятного аппетита, друзья мои. Пока.